Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Raging Justice. Так, это игрулька еще тех времен, когда мы на Сеге с вами проходили такие игры, как уличные бои. Ну что, возьмем с вами Ники Рейдж, потому что за Эшли Кинга мы играли. Точнее, я уже поиграл, посмотрел, что эта игра из себя представляет. Так что будем брать именно ее. И возьмем уровень сложности с вами, наверное, нормал. Поехали. Тут у нас заставочка, как видите, хаос в городе, везде погрязла коррупция. В принципе, как и по сей день. Наши ребята куда-то отправляются, видимо, на спецзадание, причем это полицейские. Только никак не могу понять, при чем здесь Эшли Кинг, которому всего 15 лет. Вот он сзади сидит, в наушниках. Дерется он, конечно, неплохо, с рюкзачком, но мне захотелось сейчас посмотреть именно за Ники. Что она из себя представляет. Ага, ну, чудом мы выжили, как вы понимаете, да? И мы все разгневались, в общем, решили навести порядок в этом городе. В городе, который погряз бандитами. Уровень 1. Ха-ха, вот она какая, значит, ладно. Так, сидит бичара, на, получил свое. Кстати, ребят, тут, ага, его можно арестовать. Все, за то, что мы арестовываем, нам дают еду. Еда, естественно, это пополнение здоровья. Так. Кстати, вот эти вот девушки довольно коварные. Что ты хлопаешь в ладоши, а? Чувырла, ё-моё, да-да, ребята, они электрошоком бьются. Так. Тут легко погибнуть практически за первые минуты игры. Так что не удивляйтесь, почему мы так быстро с вами можем погибнуть. Что ты там, на, получил? Так. Также тут у нас есть захваты, спецприемы, в общем, все дела, как обычно. Бросочек, отлично, все получилось. Вот это был суперудар. XU, когда нажимаем, вот так вот, брутальный. Так, эпический. Ну что же, двигаемся с вами дальше. Как во всех играх, ребята, обычные разборки с панками, с бандитами, головорезами, в общем, как обычно будут здесь и боссы. Так что мы с вами дойдем, все это увидим. Отлично. Самое такое излюбленное дело, ребят, это в прыжке их бить. Потому что когда их очень много и тебя зажимают, никаких шансов живыми отсюда уйти нету. А вот эти вот ребята очень злобные, они бросают взрывчатку. Динамит поджигает и бросает. Так. И причем они довольно живучие гады. Но вот эти вот стервы, по-моему, будут похуже, мне кажется. Ха-ха. Так, бросок, отлично. Эпично, добиваем. Куда-то поляхи настучали. Куда ты там своим шокером тут еще на меня батон свой крошишь? С ножами, сейчас... А нет, смотрите-ка, обычно они бросают ножи. Но тут ничего почему-то у него не вышло. Так, получи, гад. Здоровье, как вы видите, у каждого врага отмечается посерединочке. Практически прям под моим именем. Так. Вот это вот, когда вот ребята на звездочке ловит, в этот момент ее можно арестовать. Но почему-то это очень редко так получается. Ты в этот момент обычно почему-то валяешься на земле. Так, тихо. Ой, блин, попал все-таки под разряд. Ё-моё, дай нож. Вот так вот, получите. Плохой коп, понимаешь, ребят. Если бы я его типа арестовал, я бы был бы хорошим. А так как я их замочил, я сразу плохой почему-то стал. Ну чё ты там стоишь-то? Иди сюда. Весь в наколках, все дела, блин. Причем эти, ребят, в друг друга тоже могут и попадать, и ранить. Все как в реальной жизни, ё-моё. Так. Накумариваем их. Брутально. Ну, а пока у нас есть небольшое такое время, ребят, я хотел вам сказать по поводу зомби Warface. Да, вы писали, там вышло обновление, я в него зашел.
Но там же обновление вышло только лишь в плане новых юнитов. Никаких новых карт нам там не предоставили. Так, смотрите, ребят, у нас вышел первый босс. Какой-то, блин, борец. По крайней мере, или, может быть... Тихо, что-то чудишь-то. Ну-ка, оу, не получилось. Нифига у тебя ряха, синтоловый ты чмошник. Шея больше головы, обалдеть, блин. Ёпарасете, вот он и лишил первой жизни нас. Так, нужно как-то его, ребят, потихонечку накумаривать. Тихо-тихо. От этого удара лучше уворачиваться. Так, бросим. Блин, промахнулись еще, ё-моё. На, гад. Но зато есть и две хорошие новости. Во-первых, я реанимировал игру Battle Cats. Скоро буду записывать прохождение. Я наконец-то дошел до того момента, где у меня потерялись мои записи. А вторая игра — это Жестокие улицы 2, Brutal Street, как вы говорили. Тоже прохожу, ребят, так что скоро будет продолжение этой игры. Ты достал меня уже, босера хренов, а? Ты смотри, что творит, радостный, блин, а? Так, надо его как-то... Вот. Надо, ребята, не одним ударом, а желательно комбинировать руки с ногами. Тогда будет все пучком. В принципе, он уже сейчас отдуплится. Еще пару ударов. Ну, блин, да ё-моё. Что ж не получилось-то? Все. Согласитесь, лашпен еще тот. Стадия выполнена. Хорошо, 5 минут у нас на все ушло. Ну, а мы с вами продолжаем наш путь. Так, ты куда у меня, Ники, собралась? Уровень 2. Мэкинс бар. Понятно. Смотрите, все такие бичи тут лежат, блин. Расслабляются. Так, вот этого гада желательно в первую очередь завалить. Иначе он будет здесь везде свой динамит подожженный бросать. И это очень плохо. О, сколько жрачки. Так, отлично. Где, блин, да что такое-то, стулом огрел, а, гад? Иди отсюда. Такие радостные и довольные, да, когда меня на землю уроняют. Но что-то не такие радостные, когда сами валяются. Блин, надо было его арестовать. Не подумал. Это что такое у нас тут? Это кто еще? Судя по ряхе, это, видимо, очередной босяра. Да, наколочки такие... Смотрите, ребят, у него джинсы ниже, извините меня, пуза. Вообще, по-моему, висят там. Еле ходит. Так, а у нас, видимо, будет сейчас заваруха. Ага. Давайте, давайте, друг друга бейте, я не против. Слушайте, их тут дофигища. Так, будем в прыжке делать удар, потому что если они нас тут зажмут... Ай, тихо, своим шокером лезет. Потому что если они нас зажмут, все, тут сразу же капитально завалят. Ну, пока вроде бы неплохо идет все. Че вы машете-то, гады? Получили? Ёлки-палки, динамит этот не увидел. Ну-ка, давайте битой. О! Отлично, вот, пускай бросает под ноги своим барышням. Слушайте, а бита довольно неплохо бомбит, вы посмотрите. Так. Черт, она меня все-таки сбила. Также мы собираем монетки. Я, честно говоря, не знаю, для чего они нужны. Вроде мы тут покупать ничего с вами нового не можем. Просто как очки. Может быть, хпшки нам будут за это давать. Так. Слушайте, их, по-моему, тут нет предела. Они не заканчиваются. Я вроде бы разобрался, а все равно они прибывают и прибывают. На, гад. Давай, давай продолжать. Блин, смотри. Эта барышня все-таки может нас сбивать, когда мы прыгаем. А это плохо. Так, отлично, пока все идет нормулька. И что-то мне подсказывает, что после того, как мы здесь разберемся с этими уродами, мы будем с вами драться с боссом. Может быть, конечно, и не так, но вы посмотрите, сколько здесь их, много очень. Так, динамит, отходим нафиг подальше от него. Что ты там машешь, урод? Черт, черт. Нельзя делать так, чтобы они зажимали нас с двух сторон. Так, давайте-ка вот так вот сделаем. Еще разок. Блин! Вот и еще одну хпшку у нас отобрали. Да, контини, конечно, здесь не бесконечны, ребята. Их, по-моему, 5 штук всего лишь. Так, брутально получилось, отлично. Так, ну ты, пижон. Че? Ага, динамит бросает. Ха-ха.
Взорвись на нем сам. Слушайте, я так понимаю, мне нужно перебить вообще здесь всех. Потому что, смотрите, их меньше становится. А, арестовали одного, вот, замечательно. Дай жрачку. Вот он, сэндвич. Отлично, взяли. Подкрепились маленько, правда, так мало, что я даже этого не заметил. Вау, бутылкой бросил меня гаденыш. Дайте мне что-нибудь такое, нож или какой-нибудь вид оружия, чтобы я их мог наколбасить. Опа, арестовали. Отлично, хорошо получилось. Смотрите, сейчас еще, по-моему, одну хпшку у меня отнимут. Ну, их уже поменьше стало. Все-таки это уже большой плюс. Как говорится, последние отрядики. Блин, это там хлопает в ладони, блин. Дура недобитая. Ёлки-палки. Совсем все кисло, а? Смотри, что происходит. У меня нет здоровья. Все, добили гады. Упыри чертовы, а? Ага, 6 кредитов у меня еще осталось. Это по 2 хп, 12 жизней. Ладно. Посмотрим, докуда мы сможем с вами пройти. Нет, в принципе, как сказать. Да, игрулька как избитый мир стара. Но все-таки, ребят, есть какой-то в ней шарм. Знаете, для старых олдскульщиков, которые любят вот такие вот игры. А таких, наверное, немало, если честно. Ну, управление, конечно, немножко здесь тупорылое. Это вот честно вам скажу. Так, готов. Ну да, ребят, смотрите, жирный сидит, блин, попивает пивко. Ох ты, их тут два. Опа-на, вот он что-то чудит. Так, подкрепимся маленько. Ну-ка, стулом сейчас, на. Короче, это у нас два брата, Шалтай-Болтай. Слушайте, они у нас бегают, да? И что еще они могут делать? Может быть так? Вот так, отличненько. Попробуем. Блин, я офигею, у них такой пузяня. Просто он валяется. Я даже боюсь, что можно кое-что увидеть. Хотя, что ты там увидишь? В таком-то пузе, блин. Давай, давай, давай. Нет, все-таки они могут еще и в ближнем бою драться. Помимо того, что бегают здесь, как очумелые. Так, лучше их, конечно, разбирать по одному. Иначе будет очень больно. Ну-ка, врежьтесь. Друг друга сбили, придурки. Действительно, идиоты. Сиськотрясы, по-другому их не назвать, блин. Так, готовится. Сбил своего же брата. Ё-моё. Так, отходим, отходим. Отлично. Да, блин, как бы мне его... Хотя бы одного закумарить было бы уже неплохо. Пробежал. Слушайте, я думал, что может быть их можно бить, когда они приготавливаются к бегу. Но слишком... Блин, слишком мало времени. Так. Черт. Я даже его схватить не могу, представляете? То есть броски здесь исключены. Вот незадача-то, а? Так, а если мы попробуем вот так? Ага, так срабатывает вроде бы. По яйцам ему нащелкали, блин. На, гад. Блин, а интересно, когда сами друг друга сбивают, у них хпшки тратятся от этого или нет? Я вот как-то не замечал этого. Бегу, бегу, блин. Слушайте, какой-то долгий и нудный босяра у нас тут получается, если честно. Но я что-то, честно говоря, рисковать не хочу, потому что у меня очень мало здоровья. Кстати, одного мы сейчас сможем с вами заколбасить. Как его звать? Чальтон? Эй, блин. Дура, не... Да что ж ты? Ты когда встаешь, так хоть разворачивайся, ё-моё. Стоит, тупит, блин. Иди сюда. Нащелкаю вам сейчас по орехам. Ага, пробежал. Так, осталось совсем немножечко, ребята. Ай-яй-яй, Двейн. Ну, у Двейна это еще достаточно много жизней. В отличие вот от этого вот олуха в желтой майке. Ну, там осталось буквально на один удар. Слушайте, по-моему, они друг друга не убивают, потому что вот он его сбил, и тот почему-то оказался жив. Все, ребят, как вы видите, он один остался. С ним-то мы сейчас быстренько, я думаю, разберемся. Но, вот так вот, шикарно. Ну еще давайте комбинацию. Все, готов, олух.
Миссия пройдена. Ну и что же нас ожидает с вами дальше? Давайте смотреть. Это у нас будет третья, по идее, миссия. Погнали, Ники. Не тупи, главное. Так, что у нас тут? Эй, типа, смотрите-ка, тут пожаловал коп, да? Давайте-ка мы разберемся. Ну, давай разберемся, Джадж. Так, бочку схватил. Мимо, урод. Блин, зато задел ногой. Пшел отсюда, щенок заморский. Так, я вижу, там у нас какая-то кувалда лежит. Надо будет... О-о-о-о, мало хп. Срочно нужно что-то схавать. Так, вот гамбургер тут лежит какой-то. Только бы не попасть. Успел? Успел вроде бы съесть. Но так мало здоровья пополнило, что практически ничего и не увидел. Не заметил даже. О, динамит свой бросает этот говнюк. Пижон в плаще, блин. Ну, с этими ребятами, конечно же, лучше не шутить и в первую очередь его уничтожать. Так, бутылка у меня есть. Давайте розочкой всех тут покра... Ай, тихо, не надо. Сзади подкрадываться ко мне не стоит. Эпично. На, получил. Слушай, у меня бутылка, главное, уже разбитая, а когда я бью, почему-то осколки до сих пор летают. Полета тебе удачного. Так, а теперь давайте его, наверное... Блин, хотел его кувалдой. Ну-ка, арестуем. Не получилось, не успели почему-то. Курица. Даже курица здесь очень мало восстанавливает здоровье. Что за фигня? Так, опять вы, а? Опять вы. Оп-оп-оп, смотри, опа, неплохо. Схватил он меня сзади, а, говнюк. Ой-ой-ой, заколбасили. Со всех сторон. Да, ребят, здоровья очень мало. Сейчас буквально один ударчик какой-нибудь, и все, и тут будет крышка. Нож. Может быть, хоть как-то выживем. Маленько хотя бы. Чё-то я не понял. Собаки тут еще. Ё-парасете, зашибись. Так, ну-ка. О-о-о-о, за ногу. Зашибись. Вот что я могу сказать вам. Еще и псы здесь. Да кучи. Так, взрывчатка, блин. Ты заколебал уже бросать свои ножи со всех сторон. Вот самое хреновое вот это вот, когда попадаешь в окружение. Смотрите, чувак с мечом, что ли? Да, был с мечом. И этот меч сейчас должен подобрать. Да не нож, ё-моё. Ну хотя и нож пока сгодится. Тихо, отходим. Ну-ка, вот так вот. Где? Где? Я не вижу. Ребят, он что, его уже использовал? Меч-то этот. Похоже на это, даже не успел им попользоваться. Жаль. Ладно, будем довольствоваться ножичком. Сидят тут бомжи, блин. Бэткоп. Конечно, бэт... Оу, еще и машина тут какая-то. Знаете, это как этот... Дабл Драгон игра-то. Да хорош, отвянь от меня, псина. Фу, здоровья очень мало, я боюсь, что... Да. Потратили. Последняя хпшка у нас. В эту игру, причем, можно играть вдвоем. На два геймпада. Кстати, а может быть эта игра откуда-то портирована, а? Например, с андроида. Почему бы и нет? Уж больно графика похожа на мобильную. Так, ну давай, иди сюда. Так, отлично. Опять псина. Ёлки-палки, нужно как-то... Может быть, ее в прыжке? Вот этим вот. Ай! Все, сейчас начнут кромсать. Гады, блин. Нафиг нужно отойти оттуда. Где псина-то? Я же ее вроде не трогал. Но ее не вижу. Так, арестуем. Хе-хе, успел. Дай жрачку. Блин, дали какой-то вонючий старый сэндвич, блин. Со старого тухлого тунца. Я его, по-моему, даже не успел подобрать, он исчез. Что ты там не говоришь, гоу? Какое гоу? Тут еще вовсю заваруха у нас, гоу мне показывает. Да достали вы, ёпарасете. Все, сейчас буду, блин, хаммером бить всех. Отлично. На... Оу, щит, вот тебе и на. Так, хаммер. Больно быстро тут ломается оружие наше подручное. Иди отсюда, лети, как говорится, к праотцам своим. Так, этого олуха сейчас тоже надо накумарить. Да откуда же вы прете это все без конца? Вечно. Псины, где-то псины бегут.
Вот они. Ну-ка. Эй, не получилось. Неужели только спецударом их можно подбить? Слушайте, у меня здоровья-то совсем не осталось. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, тут не предвидится какая-нибудь жрачка, поэтому будем аккуратнее. Хотя бы парочку-то мы заберем с собой, это однозначно. Парочку, блин. Ай, даже ни одного не подбил. Собака. Ну, естественно, тратим контини, ребят. И у нас осталось 5 кредитов. То есть по 2 жизни за кредит. Ну да, 10 жизней. В принципе, не так уж и много. Я не знаю, сколько здесь уровней в этой игре. Но, наверное, немало. Причем я думаю, что здесь уже будут какие-нибудь разные виды противников. Не только же вот эти вот стандартные. Ну че ты, вставай, давай, иди сюда. Так, этот пижон лезет, самый первый, блин. Ему больше всех нужно. Вот так вот, поплатился. На, во, арестовываем. Отлично. Дал мне там бананов, блин, с яблочками. Вот теперь можно идти. Оу, это что еще за... Щит, гайс, ё-моё, а? Да ладно! Хорош тут летать, блин, фея. Да ё-моё. Ага, одышка. Ты мой щенок. Что там сейчас сделать? Какой-то хитрый бросок у него был. На, блин, по яйцам, гад. Что там свистит? Свистун, блин. Ах ты. Ребят, это, по-моему, какой-то сутенер, блин. Да, скорее всего, так оно и есть. Ладно. Будем разбираться с его барышнями. А сам-то главное бздит подойти. О, опять начал летать тут. Порхает, блин, бабочка мне, а. Вот урод, даже встать не дает, гад. Ну, получи свое. Сколько у него? Ну, блин. Ребят, у него еще здоровье до жопы, если честно. Мистер П. Добил он меня все-таки. Хмырь болотный. И постоянно вызывает себе подмогу, с которой, естественно, мне нужно разобраться. Интересно, а если я к нему подойду? Ага, бесполезняк, по ходу дела. Он все время от меня куда-то убегает. Жаль. Не прокатил такой номер. Ладно, деваться не... Блин, опять шокером своим, а? И радостно стоит. Хлопает, блин, в ладошки. Получила, мымра? Опять, опять этот летун. Смотри-ка, не попал ни разу. Вот это классно. Так, ты мой гад. Так, давай, 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 давай. Ну, да, конечно. Ну, ну что, пол жизни у него осталось? Это уже хорошо. Сколько он еще вызывать будет свою помощь здесь, а? Это мне неизвестно. Обмен ударами. О, ребят, отлично. Что я могу сказать? Мы его все-таки заколбасили. И, как видите, уровень пройден. За 8 минут, почти за 9 мы с вами его одолели. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну, а если понравилось, то мы обязательно с вами продолжим играть. Ну, а на этом все. Всем пока и удачи. Да, тут еще будет та заваруха, я чувствую. Ладно, всем пока.